возьмем воды ровно столько, сколько нам нужно, и будем замешивать снег. Создавать настоящий снег юных ученых учит педагог-методист Татьяна Владимирова. Профессия она почти 30 лет. Полученный за эти годы колоссальный опыт ежедневно помогает ей в работе с детьми. Работает Татьяна Владимировна по своей авторской программе «Шаг в неизвестность». Каждый день готовит интересные темы и опыты для юных исследователей. То есть мы с ребятами усваиваем способы описания мира неживой природы. Занимаюсь я с ребятами с 4-летнего возраста – 3 года, средняя, старшая подготовительная группа. Начинаем мы с осознания возможностей своих анализаторов, потому что именно это дает нам возможность изучать явления природы, вещества, ведь ребенок познает мир эмпирическим путем. Трудоспособности Татьяны Владимировой с недавних пор поощряет регион. В области действует уникальный закон о статусе педагогических работников. Помимо бесконечной любви воспитанников и статуса, победители конкурсной программы получают и ежемесячную денежную надбавку. Педагог-наставник – 12 тысяч, педагог-методист – 6 тысяч, педагог-исследователь – почти 10 тысяч рублей. Чтобы пройти отбор, необходимо подать документы в Институт развития образования и прикрепить портфолио. Далее комиссия выберет самых достойных. Статус педагогу остается на все время работы, а вот денежная выплата действует только 3 года. Затем придется подавать документы заново. Вот в настоящее время проводится уже 3-й конкурс на отбор на присвоение категорий, предусмотренных законом. Категории педагог-наставник, педагог-методист и педагог-исследователь. Но в данный момент где-то около 2 человек на место, претендентов на участие в конкурсном отборе. И основными критериями, конечно, отбора является наличие у претендентов на получение категории компетенций для осуществления наставнической деятельности, деятельности по методическому сопровождению педагогических работников и по исследовательской деятельности. Благодаря закону более 215 учителей и воспитателей получают меры поддержки и повышают социальную значимость и престиж педагогического труда. В конце марта подведут итоги уже 3-го конкурса и выберут еще несколько десятков достойных педагогов. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.